Всем привет! Добро пожаловать на канал Blinks House. И сегодня мы разберем ужасный хейт, который полился на всех участниц Blackpink. Соло Розе, день рождения Розе, а также много новых рекордов и достижений Blackpink. Что ж, давайте приступим. Думаю, можно начать с того, что фанаты Розе посвятили несколько проектов для Розе. Например, фан-клуб Blackpink Rosé пожертвовал больнице для домашних животных в городе Каннен. Это в честь дня рождения Розе 11 февраля и в знак признательности ей за то, что она усыновила питомца. Фан-клуб Розе решил пожертвовать 6 комнат больницы для домашних животных. Далее, в рамках празднования дня рождения, китайские фанаты Розе построили дорогу в деревне Санше, Бюль-Гил, города Шуимо, уезда Ванцан, и назовут ее «Дорога Цайин». Ну и не отходя от Розе, текст песни «Gone» — это бисайд из альбома Розе, который был представлен на онлайн-концерте. Так вот, текст песни «Gone» с цветной кодировкой на YouTube, набравший более 5 миллионов просмотров, был удален YG Entertainment после многочисленных жалоб блинков. Вы считаете это правильным поступком? Пожалуйста, напишите в комментариях. Мне очень интересно почитать ваше мнение. Ну и также давайте поговорим о соло Розе. Недавно Розе выложила историю в Инстаграме, и люди, которых Розе отметила, являются сотрудниками отдела A&R, которые также принимали участие в создании 24365 и Blackpink Diaries. Нас ожидает похожий контент из соло Розе. Как думаете? A&R – это отдел, отвечающий за связь между артистом и лейблом, а также отвечающий за творческое развитие артистов. Ну и одна из самых обсуждаемых тем на этой неделе – это то, что в Твиттере недавно все распространяли фразы «Скажите нет расизму» и «Стоп расизм», а также хэштег «Респект Лиса», то есть «Уважайте Лису». Все это посвящено Лисе из-за огромного хейта, который обрушился на нее. Особенно этот хейт полился от турецких недоблинков. Например, в одной слитой переписке один из фанатов говорит, что Лиса с кем-то переспала для того, чтобы стать такой популярной. Хочется просто на все врезать таким токсичным людям. Это настолько мерзко. Но и помимо Лисы, хейт обрушился и на Джису. Поэтому блинки по всему миру вывозят тег «Респект Джису». Я вам покажу одно сообщение от одной твари, простите за выражение, но больше как я не могу выразиться. Я бы не хотел такое переводить, но кто понял, тот понял. Я надеюсь, что с этим человеком произойдет то, что он желает Джису и Лисе. Вдогонку к новостям о турецких АГ сейчас выводят также хэштег «Respect Jenny Too». Поскольку АГ были именно фанатами Дженни, у большинства использователей того чата стояла Дженни на аватарке. Многие почему-то решили логичным призвать к ответственности саму Дженни, начав ответную волну хейта. Око за око, АГ за АГ, так сказать. Однако, это совершенно тупой вывод, и мы призываем поддерживать всех девочек и ни в коем случае не приписывать действия неадекватных фанатов самим Blackpink. Помимо вышеупомянутых хэштегов, также трендятся хэштеги «Respect Jisoo» и «Respect Rosé». Поэтому, как было сказано, OT4 заслуживают уважения в равной степени. Я считаю, что такие мерзкие люди просто-навсего не должны существовать в нашем фандоме. Простите, но у меня просто горит. Они меня очень сильно взбесили. Но я думаю, что не нужно зацикливаться на плохом. Ведь пока хейтеры хейтят Blackpink, дружно бьют рекорды. Так что недавно Blackpink стали первыми корейскими исполнителями и первой женской группой, у которых есть 3 клипа с более чем 1 миллиардом 100 миллионов просмотров на YouTube. Также Blackpink вошли в топ-10 самых часто упомянутых кей-поп артистов в Twitter. Далее дизайнер ханбоков Ким Дан Ха получила благодарность от министра культуры,
спорта и туризма за ханбоки, показанные в музыкальном клипе «How You Like That», и поскольку они демонстрируют красоту ханбока поклонникам Халю. Ну и напоследок Cardi B прокомментировала пост от фан-аккаунта Дженни. Там было сказано: «У Дженни самая милая и красивая улыбка». И Cardi B написала: «В жизни она еще милее». Ну а сейчас мы подошли к концу этого видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться, а также оставить коммент. Я, конечно, не забуду вам раздувать сердечки. Надеюсь, вам понравилось сегодняшнее видео. Большое спасибо за просмотр. Всем пока!